Дурга, она защищает нас от демонов, от Кали. Она выглядит страшно, но она уничтожает все наши пороки, все наши грехи, все наши дурные мысли, негативы, которые внутри нас, негативные оценки, осуждения других. Все это отдается Кали. Она, это как черная дыра, она втягивает весь негатив, вот, и полностью его уничтожает, этот негатив. Вот, поэтому Кали БС не нужно. Она приходит к любящим своим детям в очень благостном образе и не пугает их никогда. Вот. Был такой один святой в Индии, который не молился Кали. Он молился на Райане. Он все время говорил «Ом наму Нараяна», я постоянно говорил. Постоянно молился на Райане. Вот. А однажды он шел через лес. Вот. А в этом лесу был храм такой тайный, в котором жили поклонники Кали. Вот. И они все время приносили разные кровавые жертвы Кали. Вот. Они, надо, Кали нельзя приносить жертвы кровавые никогда. Ей нужно приносить свои недостатки, свое эго. Вот. Именно эго она отрубает голову и уничтожает грехи. А кровавые жертвы она никогда не требует. Вот. Но они это делали. И однажды они увидели, что идет какой-то садху, йогин. И они подумали, надо принести его в жертву, Кали. И тогда все наши там грехи, все они уйдут. И она нас за это поблагодарит и полюбит. Вот. И мы будем вечно вместе с ней в раю. Вот. И они его схватили, этого садху. Вот. И привели его в этот храм, связали, положили на алтарь, начали проводить ритуал, вот, и начали молиться Кали, вот, чтобы она приняла их жертву. И этот садху, он очень испугался, он не хотел умирать. Он еще не был там, абсолютно пробужденным, вот, и для него была важна жизнь, и он не хотел ее терять. И он повернулся. И в этом храме была огромная статуя Кали, очень устрашающая такая статуя, многорукая. В каждой руке у нее было настоящее оружие. Вот. У нее был высунутый язык и огромные клыки, она была очень огромная, несколько метров в высоту, там 4-5 метров, очень мощная такая. И этот садху, этот йогин, он повернулся к Кали и начал плакать и кричать: «О, мать, защити меня, потому что ни на кого я не могу больше рассчитывать, кроме как на тебя». Вот, несмотря на то, что он ни разу, никогда в жизни не молился Кали, он все время повторял «Ом наму Нараяна», тут произошло чудо. Неожиданно эта статуя ожила. Вот. Ожила и не на радость всем присутствующим в этом храме. Вот. Она их всех уничтожила, всех убила. Орудиями своими, палицей, там, огромными кинжалами и так далее. Она всех порвала в клочья. Вот. И он остался один-единственный, кто выжил в этом храме. Вот. Кали всегда приходит на помощь. Даже если вы ни разу ей никогда не молились, никогда на нее не настраивались. Но если какие-то негативные качества вас одолевают, или если вас одолевают враги, то вы можете помолиться Кали, и, надеюсь, все случится более мягко, чем в том храме, но эти негативные качества или плохие люди, они отойдут так или иначе. Вот. Только нужно молиться искренне, от всего сердца.